друзья, рад, что вы сегодня пришли здесь на наш первый Guitar Hero Fest, идея которого была как раз моя все это замутить, потому что очень много гитаристов просыпают дома и умеют играть, и мало кто вообще на сцене, поэтому на будущее всех желающих мы приглашаем вот таких вот типа Страйка там и Терентьева. Если кто-то еще есть, умеете так играть, то давайте тоже подавайте заявки. Вот. Ну, шутка, конечно. Вот. Сегодня я попробую сыграть мои некоторые инструменталы, которые были записаны некоторые 20 лет назад, некоторые 10, некоторые недавно. Одну из них написал Блэкмор, одну из них написал Марти Фридман. И все это классная музыка, которую хотелось до вас донести. Со мной будет играть мой друг-музыкант, но он не только бас-гитарист, он мультиинструменталист. Василий Марченко. Вот такой скромный человек, он очень круто играет, на самом деле, на басу может Мальсен сыграть и прочее. Ты учишься в музыкальном институте еще до сих пор, кстати. Так, да, для хобби. Вот, и барабанщик группы «Харизма» Роман Кошелев, тоже классный. Ну, он играет нормально, но лучше с ним побухать, так веселее. Ну чё? Поехали, стой пока живой. Стой, пока живой!